уважаемые зрители, Андрей Малахов специально приехал в Киев, чтобы объявить нам о начале весны. Добрый вечер, я рад вас приветствовать с наступающим праздником. Я считаю, что это самое модное и самое крутое место в Киеве. Журнал «Зефир» совместно с компанией «Давидок» и «Козырной картой» по этому поводу устроили весенний бал. Ну, а мне ничего не остается, как объявить вам о начале программы «Встретимся вечером», из которой вы узнаете самые свежие новости о ресторанах Киева. Весна идет, весне дорогу. За день до 8 марта радостно напоминали гостям Мадабара живые цветы на тонких запястьях дам. Эта весть разносилась вместе с запахом роз и французских духов, что шлейфом следовал за светскими красавицами. Предчувствием счастья и любви наполняла сердца соблазнительная грация манекенщиц, которые будто сию минуту сошли со страниц модного журнала. «Зефир» — это лучшее издание Украины, и модели агентства «Карин» — это модели лучшего агентства Украины. Поэтому этот тандем, он вполне логичен, он оправдан. Тем более в канун 8 марта, когда женщин должны сопровождать не только любимые мужчины, но и изысканность, запечатленная в каждой ноте, капля аперитива или аромате, что голубоватым облаком поднимается с кончика элегантной сигареты. Оттого глаза повсюду читали название бренда, символа высшей степени роскоши, эксклюзивности, престижа и стиля. Мы хотели просто поздравить женщин с праздником 8 марта и создать такую атмосферу, чтобы женщины почувствовали себя женщинами и унесли отсюда ощущение праздника, ощущение весны и ощущение красоты. О том, что весна уже вступила в свои права, тихонько напевали прозрачные часики с пластинками голубого сапфира. Подлинная драгоценность, уникальная вещь, созданная швейцарскими мастерами. И уж если даже известная чемпионка неожиданно потеряла олимпийское спокойствие при взгляде на них, то чего было ждать от менее стойких барышень? Честно говоря, я их увидела сегодня первый раз утром и уже буквально влюбилась в них. Они интересны тем, что абсолютно не видно часового механизма, они прозрачные. Я лично такого никогда раньше не видела, мне это интересно, и они очень элегантные. Между прочим, то, что в рамках мировой премьеры этот шедевр часового искусства представляли в Украине, еще одно напоминание нашим мужчинам. Берегите дам. Они самые настоящие сокровища, поскольку отдают вам нежность и очарование. А вы дарите за это леди Квинтинг. Женщины Украины самые прекрасные, и они достойны. Об этом же твердил весь вечер обаяшка Андрей Малахов, который разрывался между ролью ведущего и своей мужской сущностью. В общем, москвич еще себя покажет на большой стирке, которую привезет в Киев буквально в апреле. Всем девушкам Украины воздушный поцелуй, хорошего настроения, весны в душе. Солнечные улыбки озаряли лица гостей, порхали по залу, задевали краешки губ даже весьма серьезных людей. И только устроители вечера знали об усилиях, которые сделали бал легким, безмятежным и светлым. Но волнением больше не оставалось места. Я уже отдыхаю. Это отдых. Просто кончилась зима, летел со сцены голос Алены Свиридовой. Значит, впереди новые надежды, встречи. И в начале каждого календарного листа должны стоять имена обожаемых женщин, основы всего мироздания. Женщина – это больше, чем половина жизни. Женщина – это блеск в глазах, женщина – это тепло в сердце, женщина – это настроение, женщина – это подача к действию. Встретимся вечером. Программа снимается при поддержке компании «Оливер», представляющей в Украине лучшие торговые марки Грузии «Боржоми», «Марани» и «Вайнман». Я всегда хотела возразить тем, кто утверждает, будто «Маракана» — это не совсем гастрономический ресторан, а скорее просто тусовочное место. Это не так. Сюда с первого дня знающие люди приезжают и на обед, и на ужин. А с наступлением весны в меню появились такие предложения от шеф-повара, которые просто невозможно не попробовать, а попробовав, не полюбить.
Потому что каждое блюдо здесь – кулинарная пьеса собственного сочинения. Из маринованного лосося, листьев руккола и сырной пасты, куда входит творог и фета, получается этюд с интригующим сплетением рыбно-мясных вкусов. А если королевские креветки аранжировать манго и бэби-салатом, возникает кокетливый водевиль с восточными интонациями имбирного соуса. Кстати, в основном блюде из филе судака Восток намекает о своем присутствии рисовой лапшой. А еще башенкой кускуса рядом с куриным филе гриль, которая призывно пахнет горьковатым дымом и тимьяном. Но только хорошее вино дает возможность до конца постичь всю глубину и поэтику авторских творений поваров фэшн-кафе «Маракана». «Вайнмен» – не мимолетный эпизод в винной карте. Это продуманная палитра ярких по характеру напитков, несущих гармонию и свежесть. Вот и красное сухое саперави, что рубиновым сиянием вспыхивает в бокале, выявляет тончайшие грани вкуса мясных закусок и горячих блюд. И тогда наслаждение едой становится тоньше и интимнее. Еще нежнее опускается на плечи гостей по-восточному ленивый уют Мараканы, где в объятиях подушек хочется отрешиться от суеты и наблюдать, как в полумраке распускаются диковинные бутоны светильников. Удовольствие есть проникать в тайны вкуса. Кому это дано, того неустанно влечет фэшн-кафе Маракана. Экзотика с толикой неукротимой европейской экспрессии. Должно быть удивительным, а иначе какой смысл открывать еще один ресторан в самом центре Киева? У истоков этого заведения и заповедный мотив, и бесконечная даль, потому что кордон 26 – это охотничьи угодья в экологически чистой зоне, откуда всегда поставлялась дичь, так и хочется сказать, ко двору Его Величества. На самом деле, ко дворам тех, кто дичь не просто любит, а в ней разбирается. Говорят, что бизнес как масло, его нельзя смешивать ни с чем, кроме бизнеса. Но владелец ресторана «Кордон-26» решился соединить увлечение охотой с ресторанным делом и не жалеет. О его гостях и говорить нечего. Трофеи и воспоминания благополучно обжили помещение, поэтому охотничий дух просыпается даже у тех, кто безнадежен, как стрелок или следопыт. Но мечтать-то не вредно. Занял исходную позицию за столиком и жди готовенького, втягивая вкусные запахи мангала. Чем не костер где-нибудь на опушке леса? Пока гость проследил, как через весь экран летят утки два гуся, на столе уже стоит салат из птицы с кусочками апельсина. Зацепился взглядом за грозные рога, подали оленину со свежими шампиньонами и хрустящими листьями. Дикое мясо не чета домашнему, поэтому, угощаясь паштетом из кабана с телячьей печенью и грибами, нечего опасаться вредного холестерина. Ну, может, только зайчатина в беконе будет посытнее. Ни тебе ружье таскать не надо, ни дичь часами выслеживать. На ловца зверь уже прибежал, промариновался в смеси вина, кефира и специй. И как только филе косули дойдет до нужной кондиции, можно поливать смородиново винным соусом. А вот с фразой «Федя, дичь» лучше повременить, покуда не подоспеет половинка фазана без единой косточки, с запахом ягод и сладких ликеров. А тому, кто в ближайшие дни пожалует сюда отведать дичь с мангала, большой бокал пива или яблочный пирог будут угощением от ресторана «Кордон-26», как говорится, за знакомство. И на прощение цитата из меню. Перепела на решетке, перепела фаршированные, царица полей, куропатка с черносливом, оленей стейк в кровавом соусе, царское жаркое из косули с лисичками, стейк из косули в сладком маринаде, лакомый кусочек – ломтики оленьего мяса с острой фасолью. Встретимся вечером в ресторане «Кордон-26». И хотел бы в ресторан, да дела не пускают. Часто вздыхают занятые люди в разгар рабочего дня и мужественно отгоняют мысли о борщике горяченьком и котлетках ароматных. А напрасно. Обедать нужно вовремя. Для этого достаточно посмотреть нашу рубрику «Рекомендую», где представлены наиболее интересные бизнес-ланчи в ресторанах Киева. Yeah.
я рекомендую «Первак» как ресторан, чей простодушный ироничный характер помогает веселее смотреть на жизнь и не зацикливаться на проблемах. А шутка на сытый желудок – коммерции друг, товарищ и брат. Заграничному слову «бизнес-ланч» здесь предпочитают родное – комплексный обед со строгим порядком блюд, но зато в трех вариантах. Тем не менее, если сегодня к салату с копченой скумбрией из номера первого полагается украинский борщ с пампушками, то завтра могут подать куриный суп с домашней лапшой. Тоже весьма и весьма. Или бефстроганов на деруне заменить куриным филе с рисом. А то даже предложить мороженое в яблочном пюре, поменяв местами взвар с морсом, чтобы не приедалось. И такие перемены случаются на месяц трижды. К тому же в этом году для строгих христиан впервые составили постный обед. Ни рыбы, ни мяса, только овощи в салате и супе, гречневая каша с лисичками и вишневый кисель. Все благочинно. Однако ничто не смахнет добрую улыбку первака и не отменит его смешные мещанские ужимочки. Так что обед здесь – как остроумный анекдот, рассказанный для разрядки обстановки, чтобы обдумать очередной ход своей житейской партии. Бар-ресторан «Магнит» я рекомендую за возможность сделать комплимент. Какой же даме не доставит удовольствие обед под названием «Бизнес-леди»? Звучит приятно, а на вкус еще лучше, и все продумано – от калорий до десерта. Легкая панакотта с клубничным пюре, безопасное для фигуры завершение обеда на сладкой ноте. Бизнесмены, как правило, посещают тренажерный зал, поэтому им можно и борща наваристого поесть, и ребрышек свиных в кисло-сладком соусе. А учитывая умственные нагрузки, от пирожного «Черный лес» отказываться никак нельзя. Понятно, что комплекс называется «Бизнесмен». Хотя обычный ланч без десерта, но в трех вариантах, тоже притягивает креативностью своего исполнения. На кебаб чета-гриль с кемалевым соусом приходят соседи из грузинского посольства, а заодно нахваливают весенний салат и прозрачный бульон с вермишелью. И все пять вариантов деловых обедов заряжают гостей энергией бара-ресторана «Магнит», помогая не терять из виду свою счастливую звезду. Бельгийское пивное кафе «Ле Космополит» я рекомендую тем, у кого обед – время для еды и переключения на более спокойную эмоциональную волну. Ведь здесь стоит дух доброго старого ретро, пришедшего с запада. А уж к бизнес-ланчу подход весьма обстоятельный. 4 перемены блюд, порции щедрые, еда понятная любому европейцу. И каждый гость «Ле Космополит» волен выбирать из нескольких предложений. Бывает, хочется начать с легкого салата из одних овощей и яйца пашот. Но кто усилит работает, должен подумать о сытости, чтобы на одной тарелке оказалась и свекла с яблоком, и телятина с селедочкой по-бельгийски. Гороховый суп, между прочим, тоже готовится по рецепту земляков Ван Дейка, а по питательности не уступит куриному бульону с лапшой. Над горячим барышни уж начинают тяжко вздыхать, даже когда выбрали нежные рыбные котлетки. Зато завсегдатые мужчины невозмутимо съедают необъятную порцию куриной печени и переходят к блинчикам с пивом. Точнее, вишневое пиво в самом тесте, а так к десерту подают чай или кофе. И пускай за порогом время несется вскачь, а в «Ле Космополит» оно затаило дыхание, чтобы гости собрали силы перед продолжением гонки за успехом. Ресторан «Сохо» я рекомендую людям со здоровым американским аппетитом, которых не беспокоят мысли о калориях. Кроме того, всегда корректным будет предложение обсудить важные вопросы в заведении, что исполнено достоинство Нью-Йорка, деловой столицы США. Бизнес-ланч в духе города небоскребов предполагает домашний салат и сэндвич. Но может есть настроение начать с супа, а уже затем приступить к стейку «Сьюприм» из говядины на пушистой булочке. Или сочному гамбургеру? Нет? Тогда лучше заказать лосось терияки с рисом. Или еще что-то из старых блюд до того, как подадут сок, чай или кофе. А для бизнесменов с европейскими привычками недавно появилось новое предложение. И, пожалуй, греческий салат с солеными кубиками феты, а затем нежная французская курочка с ананасом – вариант более изысканный и легкий, хотя и обойдется дороже на 16 гривен. При этом комфорт благополучных сороковых приятно тонизирует гостей ресторана «Сохо». А четкость и оперативность являются воплощением принципа «время – деньги», призывая спешить жить и получать удовольствие.
Вагон-ресторан я рекомендую не только потому, что здесь каждый десятый бизнес-ланч приносит бесплатно, а скорее из-за возможности совершить кругосветное путешествие. Словно картина за окном поезда, через каждые две недели меняется обеденное меню, причем все 9 блюд, из которых гость сам выбирает суп, салат и горячее. Главное определиться с маршрутом. Если едем на восток, будет салат с тофу и сметанно-кунжутным соусом, а также судак с рисом, приготовленный на вок. Италия поманит пастой, Испания – супом андалузским, Франция – протертым из филе говядины. Но всегда в меню бизнес-ланча присутствует милый нашему человеку увесистый кусок мяса или рыбы. Однако соус к ним подается столь яркий, что молодой повар из Санкт-Петербурга Павел Антонов уже стал лучшим другом для многих гурманов Киева. При этом соблюдается изысканность подачи и красота обслуживания. Просто займите свое место в вагоне, чтобы полчасика вкусно покататься. Программа снимается при поддержке компании «Оливер», представляющей в Украине лучшие торговые марки Грузии «Боржоми», «Марани» и «Вайнман». В загородном клубе «Адмирал» золотые струны сосен уходят высоко в синее небо, и ветерок наигрывает на них свои весенние серенады. В задумчивой тишине леса, кажется, слышно даже тайное движение соков под корой деревьев. Не то что в шумном и тесном городе, где не хватает раздолья, чтобы радоваться собственному успеху. Поэтому корпорации и небольшие фирмы часто здесь бросают якорь, когда хотят отметить особую дату. На искусство команды поваров «Адмирал-клуба» всегда можно положиться. Хотя бы речь зашла о правительственном банкете, уставят столы всевозможными изысками и затейливыми блюдами. Такую красоту сделают руками, что взгляд не отвести. А еще только среди заповедного леса приходят к людям самые крепкие и самые сладкие сны. Просторные номера принимают гостей со всем радушием, которое могут дать современные люксы. И ничто не нарушит покой, разве что поутру звонкий птичий щебет да соблазнительный мясной аромат, который врывается в открытое окно вместе с запахами леса. Значит, Шатай Иванович занял свое место на капитанском мостике, и скоро можно будет снимать с шампуров готовые кусочки говядины или люля-кебаб. Всякий знает, что никто лучше грузина не справится с шашлыком из целого куска свиной вырезки или свежего сома, баранины или овощей. При виде золотистой корочки глаза разгораются ярче углей, и с аппетитом больше не совладать. Ой, даже не знаю, что еще можно добавить к кристально чистому воздуху, этим соснам, небу и аромату пробуждающейся земли. Только то, что собрано это все в одном месте, в Ирпене, в клубе «Адмирал». А вот этот адмиральский флагман под белыми парусами летит навстречу новому сезону шашлыков. Спешите пробовать! Год назад никто в Киеве не представлял, что фондю может стать главным блюдом и кулинарным действом в ресторане, пока 19 марта в «Глобусе» не открылся фондю-бар. Собственно, многое в нем было удивительным – и фрагмент подлинных Ляцких ворот, и собственная библиотека, она же магазин. Может, поэтому здесь всегда чувствовалась интеллигентная непринужденность, которую не поколебало даже веселое празднование первого дня рождения фондю-бара. Событие вновь ошеломило публику, как в день открытия, ведь вместо неизменных для фуршетов канапе гостям пришлось ходить кругами вокруг ложек с салатами, холодными закусками и даже жареными креветками с помидорчиками черри. Снова игра с гастрономическим уклоном, но теперь она зовется «Спун-меню». Что ж, расхожие ресторанные штампы здесь не в чести, ведь взрослеет фондю-бар, вместе с ним растут и его гости, ожидая новых открытий в любимом заведении. Я желаю им не уставать от самих себя и от этого места, пока у них будет желание каждый день удивляться чему-то, каждый день с улыбкой встречать тех людей, которые сюда приходят, тем самым привносить чуточку себя в эту атмосферу, в эти стены, которые хранят в себе дух эпох, мы будем на плаву.
хорошем смысле этого слова. С праздником вас всех! Создавая именинный торт, шеф-повар Сергей Рудько с архитектурной точностью повторил каждый элемент Ляцких ворот, сверяя свой шедевр с фотографиями. А все ради нескольких минут восторгов. Но такие мгновения еще сильнее связывают гостей и фондюбар. Непредсказуемость как стиль, оригинальность как основная заповедь. Не в этом ли секрет успеха у публики, для которой заведение стало аперитивом вдохновения? Встретимся вечером в фондю. Еще один ремикс на тему Beatles недавно появился на улице Пушкинской. Причем ремикс сделан довольно талантливо. И само помещение каверна, а также гастрономическая и музыкальная часть. Люди, у которых мелодиями Beatles прошиты все листы их жизни, по-разному выражают свою память и любовь. Кто-то с аукциона покупает черновик песни Джона Леннона за 455 тысяч долларов. А кто-то в Киеве воссоздает место, где впервые собралась ливерпульская четверка. И в который раз прочитываются наставления тетушки Леннона: «Джон, гитара – это хорошо, но навряд ли этим заработаешь на жизнь». Теперь на зов The Cavern идут люди, состоявшиеся как личности, для которых песни Битлов стали музыкой свободы, поисков и юношеских надежд. Здесь, за бокалом пива, они вспоминают времена нейлоновых рубашек и подпевают музыкантам, похрустывая ржаными хлебцами. Или просто обсуждают новости под блины с семгой. И названия блюд вторят песням, которые слетают с винила. Но перефразированная строчка «Все, что тебе нужно, это еда» не дает меломанам полностью уйти в мир звуков и забыть про обед. Такое впечатление, будто знакомые аккорды Сергей Бондаренко в кухне перекладывает на вкусы. Особенно удачной кулинарной интерпретацией был признан теплый салат с курицей, чесноком и медом. Тигровые креветки, которые побывали в горячих объятиях коньяка, тоже быстро стали кулинарным хитом. Не подводит шефа опыт работы в ресторане «Шапито» и в Германии. Потому и ягненок в соусе с прованскими травами лидирует в заказах уже с первых дней The Cavern. Но в отличие от Beatles, история этого заведения только начинается, поэтому первых гостей, которые придут сюда с фотографией легендарной четверки, ожидает коктейль от Нила до Мела и зачисление в почетные члены клуба. Ну что ж, возможно, это одно из самых удачных сочетаний музыки и гастрономии в нашем городе. Во всяком случае, каждый может в этом убедиться. And tonight meet the Beatles. Встретимся вечером с Beatles. Последние новости о ресторанной жизни Киева читайте также в мужском журнале XXL. Весна для неугомонного кардинала Ришелье будто ветер для хорошего костра, который раздувает пламя новых придумок. Это признали гости его преосвященства, когда вдруг обнаружили в меню разительные изменения. Зайди сюда, мечтательный Арамис, можно не сомневаться, что жульен из сельдерея в сырной корзиночке или яблоко, фаршированное курицей, виноградом и грибами, были бы затребованы немедленно. Благородный Атос переключит внимание на рыбную страницу и потешит свой аристократический вкус дорадой, жареной в виноградных листьях. Впрочем, судак с чипсами из вяленых помидоров и картофеля тоже польстил бы его графскому титулу. Уже Ришелье об этом позаботился. Другое дело храбрец Д'Артаньян, которому мясо подавай и подадут, телятину, например, хоть в виде медальонов, хоть под восточным соусом. Но если мушкетер настроен романтично, то куриному филе, фаршированному сыром моцарелла, ананасом, манго и спаржевой фасолью, почувствует такое же влечение, как в свое время кардинал к интригам. И совершенно особый случай – весельчак Портос, который сразу затребует все это под парочку бутылок хорошего вина. Их в Ришелье как раз предлагают по специальным ценам. Ведь мушкетеры никогда не заказывали один бокальчик. А потом можно перейти к яблочно-вишневому струдель с шариком мороженого или йогуртовому десерту. В общем, ничьи предпочтения не забыты. Оттого согласие не покидает ресторан его преосвященства. Не представляю, что бы гвардейцы кардинала Ришелье делали без своей надежды и опоры шеф-повара Наденьки. Как вы шеф-повара стимулируете к созданию шедевра? Не мы ее стимулируем, а стимулирует она нас. Вот своими прекрасными блюдами, которые вы видите на столе.
А мы ее за это любим, уважаем и ценим. Пушистый суши-бар ресторана Ришелье тоже лишь с виду хранит восточную невозмутимость. А на самом деле здесь бушуют великие кулинарные страсти, подогреваемые весенним солнышком. Желание подчеркнуть индивидуальность суши-меню вылилось в коллекцию оригинальных роллов, созданных при участии Николая Тищенко. Это ему пришла в голову мысль соединить с угрем, лососем и икрой летучей рыбы не что иное, как ананас. В общем, долой повседневность и да здравствует неутомимый выдумщик ресторан Ришелье. Это парк джунглей на острове Тенерифе. Аппетит здесь отменный у всех. Вот это индонезийский попугай, не канарейка, но видите, как сражается за сладкий нектар. Они сейчас подерутся. У них отличный аппетит, а значит, они имеют право принимать участие в нашем гастрономическом обзоре. Был бы сладенький сироп, а уж кто рюмочку поднесет, немец, англичанин или украинец, неважно. Решили индонезийские птички и позволили себя разводить на самом большом Канарском острове Тенерифе. Парк джунглей для командированных с различных континентов животных стал 5-звездочным отелем, причем бесплатным. Единственное условие проживания – нравится туристам и хорошо кушать. Даже гигантская черепаха по имени Том съедает все на своем пути. Хорошо, что на голову не садится. Эти обезьянки называются саймиры. Вот откуда пошли первобытные гастрономические пристрастия. Она хочет кушать, но ест она не что попало. Она семечки отделяет от шелухи, значит, имеет право принимать участие в гастрономических путешествиях. Ой. Но не все в парке джунглей съедают животные. Кое-что людям достается. Правда, обжаренное во фритюре, на гриле и с градусами алкоголя. А чтобы людям это было веселее кушать, птицы исполняют шоу-программу. Стимул, конечно же, еда. Впрочем, не только. В лоропарке, что в переводе означает «парк попугаев», артисты, как и положено, пропускают по маленькой и перед выходом на сцену, и непосредственно. А зрители радуются, как дети. Ничто человеческое попугаям не чуждо. Да и дельфинам тоже. Хотя они свое шоу исполняют исключительно за свежую рыбу и аплодисменты. Даже Чарли Чаплин со своими приколами столетней давности не воспринимается публикой с таким восторгом, как умнички-дельфины. И все же миром правит любовь. Возможно, дельфины это понимают лучше, чем люди. А мы забыли, бронясь и пируя, для чего мы на землю попали. Аллилуйя любви, аллилуйя. Хотя, если посчитать, сколько пар со всего мира признались друг другу в любви в лоропарке на Канарском острове Тенерифе, то владелец свою миссию на земле уже выполнил. И ничего, что изначально он собирался сделать парк африканских слонов. Не получилось, а все, как известно, к лучшему. А это типичная островная таверна. Тапас и асадос, что в переводе означает «закуски и горячее». Но здесь есть не только чем закусить, но и что выпить. Из гастрономических сюрпризов могу предложить щупальцы кальмара в картофеле с соусом из оливкового масла и цветы из перца с пастой из рыбы бакалау. По-нашему это треска, но почему-то вяленая с солью, а потом вымоченная в воде и приготовленная, эта рыба такая вкусная, что вполне может стать причиной посещения Канарских островов. После обеда гости лоропарка приглашаются посмотреть на голодных морских львов. Сытые хищники, как правило, не танцуют, а если и танцуют, то исключительно для себя, так называемые брачные танцы. На Канарах вечная весна, но это не означает, что тропические фрукты одинаково полезны круглый год. А это к вопросу о гастрономических турах. Даже во фрутерии сок фреш собирается не просто так, а согласно периодической таблице витаминов. Если клубника, киви и папайя – фрукты сезонные по составу витаминов, то апельсиновый сок универсален, как резина для автомобилей. Всесезонка.
Все течет, все меняется. К лучшему. Златогор. Все меняется к лучшему. Кому на Канарах жить хорошо, можно и не спрашивать. Живет себе рыбешка в 30-метровом стакане. Плавает синхронно и без дрессировщика. Почему? Память короткая. 0,3 секунды. Успевает лишь запомнить хвост впереди плывущего. А что еще для счастья надо? Разве что водолаз, служитель лоропарка, чтобы ежедневно камушки вручную вычищал. Да и пингвины тоже, в общем, неприхотливы. Вывезли их из родной Антарктиды в Африку. Канарские острова находятся почти у экватора, хотя и принадлежат Испанскому королевству. Извольте обеспечить среду обитания. Чтоб температура минус 9, и чтобы на всю компанию снега выпадало не менее 12 тонн в сутки. Да рыбки свежей, да туристов улыбчивых, из Украины желательно. А в остальном Горький прав. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. И акула-каракула правым глазом подмигнула. В жизни мне подумала, что такое возможно в реальности. Ну, на Канарах бывает все. Остров Тенерифе, Лора Парк. А путешествия у нас гастрономические, программа ресторанная. А рыба свежая и морепродукты как раз наша тема. Впрочем, ей, точнее ему, это самец, все равно, может подмигнуть и левым, как вам будет угодно. Ведь стеклянный тоннель дает неограниченные возможности общения с акулами. Сюда же умные ихтиологи запустили редкую рыбешку, у которой самцы рог имеют с самого рождения. Зато потом никому не обидно, а наоборот, чем больше рог, тем больше у него шансов понравиться. Да, надеюсь, меня простят за столь фривольный текст и за то, что в этом путешествии я не могу посмотреть на рыбу как на продукт для повара. Не все нужно есть, иногда достаточно полюбоваться. А чтобы загадать желание и наверняка вернуться в лоропарк на Канарском острове Тенерифе, с валютой лучше не экспериментировать и наших копеек не бросать. 1 евро – это так мало за огромное удовольствие. Мне пора прощаться с вами, уважаемые зрители. Напоминаю, что рубрика «Рестораны и путешествия», которая, надеюсь, вам особенно понравилась, осуществляется при поддержке торговой марки «Златогор» и туристической компании «Винея». Встретимся вечером. Пока!